Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. В прошлом выпуске мы прервали свой рассказ о Владимире Оскаровиче Витте на революционных событиях 1917 года. В 1918 году при активном содействии знаменитого конозаводчика и коллекционера Якова Бутовича был принят большевистский декрет о племенном животноводстве, объявлявший частные конные заводы собственностью государства. В декрете говорилось, все племенные животные нетрудовых хозяйств без всякого выкупа объявляются общенародным достоянием РСФСР. Этот декрет, анархия и хаос в стране, неконтролируемое изъятие большевиками племенных лошадей, распыляли ряд ценнейших отечественных пород. В эти годы Вит по крупицам собирает орловцев для нескольких конных хозяйств, находящихся в ведении Московского земельного отдела. Орловская порода – это его главная любовь и боль. Объезжая в качестве эксперта Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и другие губернии, он видит бедственное положение орловцев и отчетливо осознает угрозу фактического исчезновения этой породы. Племенные орловцы попадали в армию или крестьянские хозяйства, где шло их беспорядочное скрещивание с другими породами или рабочими лошадьми. В губерниях Вит лично отбирает ценных представителей породы для 6 конных заводов, находившихся в ведении Московского земельного отдела. Одновременно он изучает историю выведения лучших линий, чтобы из имевшегося материала восстановить все, что только возможно, и предотвратить гибель породы. В стране царят голод и разруха, и достать фураж для лошадей удается лишь чудом. Но Владимир Оскарович ухитряется не только избежать обычного в те годы падежа лошадей от болезней и бескормицы, но и увеличивает поголовье на веренных ему заводах, налаживает выращивание и тренинг молодняка. Долгожданный беговой сезон 1922 года на Московском ипподроме. Лошади Московского земельного отдела выглядят великолепно. Кобыла Брысь выигрывает дерби, а жеребец Меценат – приз республики. Спустя 2 года несколько конных хозяйств, расположенных в родных местах Витта, сводятся в единое хозяйство и получают наименование «Московский конный завод №1». Завод включил в себя конные хозяйства Иславское, Молоденово, Успенское, Горки-10 и Горки-2. Сюда же попадают и лошади конного завода семейства Виттов из Жаворонков. В этом же году Владимир Оскарович переходит на работу в Московский конный завод в качестве научного сотрудника, где в полной мере реализуется как ученый. С невиданной энергией ведет он научно-практическую работу, читает доклады, лекции, посещает научные съезды и конференции. В 1926 году на Всероссийском совещании по животноводству он делает доклад «Разведение по линиям в рысистом конозаводстве», в котором убедительно отстаивает необходимость сохранения чистоты орловского рысака, учитывая огромное значение породы как ценнейшего достижения России в мировом коневодстве. Вскоре, как предисловие к первому тому государственной племенной книги рысистых лошадей, выходит и монография Витта «Орловская рысистая порода в историческом разведении ее линий», после публикации которой Владимир Оскарович был удостоен звания профессора. Работу в Московском заводе сам Витт называл впоследствии счастливейшим временем своей жизни. Но вернемся к середине 20-х годов прошлого века. Внимание Витта привлекает также ахалтекинская порода, поэтому в рамках кампании по изучению конских ресурсов Советского Союза он предпринимает экспедицию в Туркестан. Ныне это территории Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. За этой экспедицией следуют и другие – в Казахстан, Башкирию и на Алтай. Собранный с присущей ему скрупулезностью материал Владимир Оскарович подкрепляет огромным количеством теоретических изысканий, анализом бесчисленных исторических источников. Результаты почти 10-летних исследований он излагает в статьях «Лошадь Древнего Востока» и «Роль туркменской и арабской лошади в истории конозаводства и коневодства Западной Европы и России с 16 по 19 век». Эти статьи вышли в книге «Конские породы Средней Азии» под его же общей редакцией.
Владимир Оскарович шаг за шагом опровергает сложившееся к началу 20 века убеждение о том, что ахалтекинская порода не более чем помесь лошади арабской и персидской. И говорит он это в то время, когда арабская порода была признана лучшей породой в мире, с идеальным экстерьером и, более того, родоначальницей всех культурных пород. Выводы Витта открывали иную точку зрения на этот вопрос. Он убедительно доказал, что арабская порода не может претендовать на звание древнейшей конской породы мира, от которой получили свое начало все другие ценные культурные породы. А халтыкинских же лошадей профессор Витт называет последними каплями того источника чистой крови, который создал все верховое конозаводство мира. С конца 20-х годов Владимир Оскарович активно занимается преподавательской деятельностью и лично участвует в создании на базе Московского конного завода номер 1 высшего специализированного учебного заведения. Оно было открыто в 1929 году на территории Успенской усадьбы. Усадьба обладала прекрасными конюшнями, выстроенными бывшим владельцем Сергеем Тимофеевичем Морозовым, предпринимателем и меценатом. До революции в этой конюшне размещался небольшой завод лошадей орловской породы. Сейчас в здании этой конюшни гараж автотехники. В Успенской усадьбе институт коневодства находился лишь 4 года. В 1935 году указом правительства он был расширен и занял усадьбу Голицыных в Больших Веземах, ту самую, в которой останавливался Михаил Илларионович Кутузов, отходивший с войсками к Москве, а через сутки наступавший на Москву Наполеон, и которую в разное время посещали Павел I, Пушкин, Гоголь, Брюсов, Лев Толстой. Учебное заведение получило название «Московский зоотехнический институт коневодства». Разумеется, Владимир Витт принимал самое активное участие не только в создании этого института, но и в его научно-практической деятельности. В своей книге «Вечное движение» лауреат Ленинской премии академик Николай Петрович Дубинин, прошедший путь от беспризорника до ученого с мировым именем, пишет такие строки о Витте. В те годы он увлекался генетикой мастей у лошадей и очень любил выступать на заседаниях в зоотехническом институте, на конференциях, на съездах. В своем неизменном черном фраке с белоснежной манишкой, черноволосый, высокий, громкоголосый, Владимир Оскарович рассказывал о роли законов Менделя при анализе наследования мастей лошадей. Однако неумолимо приближался 1937 год. Сгустились тучи и над Виттом. Прогрессивного ученого подстерегало предательство со стороны коллег по институту. Ну как тут не вспомнить слова Артемия Петровича Волынского, государственного деятеля и дипломата. «Нам, русским, хлебушка не надо. Мы друг друга едим и с того сыты бываем». Эти слова Волынский произнес как критику враждебного отношения русских людей друг к другу. И хоть сказаны были они во второй половине XVIII века, к моменту, о котором идет наше повествование, мало что изменилось. Настала пора политических судебных процессов. Страну ждала одна сенсация за другой. Те, кого народ почитал все эти 20 лет – Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков – Томский, Радек, Сокольников и прочие вчерашние партийные вожди, ну, друзья Ильича, оказались врагами народа. Чтобы не сойти с ума, людям нужно было поверить. Поверить в то, что Бухарин, Рыков, Ягода составили группу заговорщиков «Правотроцкистский блок», поставившую своей целью отрыв от СССР, Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и свержение существующего государственного строя. И ведь верили же, да и сами враги признавались во всем том, в чем их обвиняли. Врагами народа массово становились мужья, жены, друзья.
верили от страха, от страха же писали на коллег и близких доносы. Поэтому неудивительно, что и в отношении Владимира Оскаровича была организована настоящая травля. Появились статьи о враге, который окопался в институте коневодства. Вину профессору вменяли даже его верность орловской породе. Писали, что ВИД восстанавливает орловские заводы, чтобы вернуть их прежним владельцам, и что хочет уничтожить рысака русского. Ну, помните, Бухарина тоже обвиняли в планах раздать Западу закавказские республики, в чем он, собственно, сам тоже и признался. Но главную роль в преследованиях Витта сыграла, конечно, его идейная близость к опальным в те времена генетикам. Историю, которая охватила советскую науку 30-х-50-х годов, понять нелегко, как сложно и оценить все ее последствия. Под пресс попала генетика. Лженаукой обозвали кибернетику и социологию. В физиологии единственно верным научным было объявлено учение Нобелевского лауреата Ивана Павлова. А в психиатрии как от чумы открестились от психоанализа Фрейда. Была подготовлена почва для атаки на идеалистическую и антимарксистскую квантовую теорию Нильса Бора и теорию относительности Альберта Эйнштейна. Хотели даже подвергнуть осуждению монополию физиков-евреев. К счастью, вовремя одумались, иначе под удар попали бы все атомные проекты Советского Союза. Поскольку генетика никак не работала на обороноспособность страны, ее можно было отправить под нож. Целое поколение в школах и вузах оказалось воспитано на далеких от науки идеях, которые надолго въелись в сознание людей. Одним из виновников такого положения в генетике явился амбициозный агроном-недоучка Трофим Лысенко. Ген отвергался лысенковцами как понятие, а вся наследственная информация, по их мнению, сохранялась в структуре клетки, в чем конкретно не уточнялось. Очевидно, это было слишком сложно для академика, имевшего два класса школьного образования и научившегося читать и писать в 13 лет. Также не действовали на Лысенко аргументы эволюционной теории Дарвина, которую он фактически отвергал. Под этот каток попал даже Николай Вавилов, мировая величина в генетике. Он был арестован в 1940 году за свои высказывания об утопичности идей Лысенко и через 2,5 года погиб в тюремных застенках. За открытие структуры молекулы ДНК Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Джеймсу Уотсону, Фрэнсису Крику и Морису Уилкинсу еще в 1962 году, тогда как наша страна, будучи в это время изолированной от мировой науки, пропускает рождение биотехнологий и молекулярной биологии. В СССР генетика останется в загоне вплоть до 1965 года, а по-настоящему мы очнемся и кинемся догонять только 80-е. Но вернемся в 1937 год. Конечно, даже в самые неблагоприятные для развития науки времена оставались небольшие островки здравого смысла. Но глобально происходящее в стране и в науке стало для Владимира Витта началом конца. Мучительно переживая предательство коллег, Владимир Оскарович попадает на лечение в санаторий нервных болезней, где находится около 2 месяцев. Это и спасает его от ареста. Покинув институт коневодства с тяжелым сердцем, Витт переходит в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию на должность завкафедрой коневодства. По сути, Владимир Оскарович становится ее создателем и полностью сосредотачивается на преподавании. Сельскохозяйственная академия ведет свою историю с 1866 года. Сначала она называлась Петровская земледельческая и лесная академия. Но вскоре вуз становится чисто сельскохозяйственным. Свое сегодняшнее название Академия носит с 1923 года. Годы Великой Отечественной Витт вместе с тимирязевцами проводит в эвакуации в Самарканде, где верный своим принципам не сидит без дела, помогает местным заводам, в частности разрабатывает зоотехнические планы для Ташкентского и Джизакского конных заводов. Но уже в 43-м Академию возвращают в Москву, и Владимир Оскарович все свои силы отдает на восстановление кафедры, музея, учебно-опытной конюшни.
Это не просто, так как большинство сотрудников погибло в 41-м в ополчении под Москвой, и тем не менее кафедра начинает полноценно работать. К этому времени ВИД – признанный авторитет в области коневодства, человек со сложившимися принципами. Он предан орловскому русаку, считает верхом совершенства чистокровные породы, превозносит значение бегов и скачек. Все свое время он делит между лошадьми и собственной библиотекой. Даже не одной, а тремя. Одна из них на латыни, собирать которую он начал еще в университетские годы, когда увлекался лингвистикой и даже писал стихи на этом древнем языке. Не желая вступать в новые конфликты, стремясь сохранить с таким трудом воссозданную кафедру, ВИД вынужден подстраиваться в работе под господствующую теорию Лысенко. Вплоть до того, что, исследовав влияние возрастных изменений на потомство и собрав уникальную статистику, подтверждавшую опальные теории, Владимир Оскарович подавал свои выводы в завуалированном виде. Некоторые коллеги догадывались, что уже немолодой профессор просто не хочет новых проблем. В 1952 году ВИД подвел итог трудов всей своей жизни. В свет вышла монументальная книга из истории русского конозаводства. В рецензиях сплошь восторги. Например, такие слова: «Без использования данной книги не может обойтись теперь не только специальный курс конозаводства, но и курсы разведения сельскохозяйственных животных». За этот поистине титанический труд профессору ВИДу была присуждена первая премия Московского общества испытателей природы. А в 1956 году ВИД в составе советской делегации приезжает на Олимпийские игры в Стокгольм. Нина Георгиевна Громова рассказывала, что к тому времени авторитет ВИДа как ученого эполога в мире был настолько велик, что на одном из приемов, когда Владимир Оскарович вошел в зал, олимпийцы устроили ему стоячую овацию. Аплодисменты в честь великого советского ученого не смолкали несколько минут. Это был знак безусловного признания и уважения. В 1957 году вышла в свет еще одна монография ВИДа «Практика и теория чистокровного конозаводства». Книга мгновенно заняла почетное место на столах как специалистов-практиков, так и ученых. И тем не менее, конец 50-х годов станет для Владимира Оскаровича временем разочарования. Вот, казалось бы, перемены, конец эпохи культа личности. Но, будучи высокообразованным человеком, ВИД, как никто другой, понимал, что, выступая с закрытым докладом на историческом 20-м съезде КПСС, Хрущев ратовал не столько за освобождение соотечественников. Хотя 1,5 миллиона реабилитированных, невинно осужденных – это, безусловно, большой плюс в его активе. ВИД понимал, что прежде всего это была консолидация личной власти и запугивание партийных оппонентов, которые на тот момент продолжали принимать участие в репрессиях с большим энтузиазмом. ВИД не мог воспринимать Хрущева как лидера нации не только потому, что тот словно забыл снять маску Иванушки-дурачка, за которой прятался в окружении Сталина, а потому и уцелел. Ну как профессор ВИД, и интеллигент, и высокообразованный человек мог относиться к руководителю страны, который стучит ботинком по трибуне Организации Объединенных Наций и называет картину великого художника Роберта Фалька, обнаженная в кресле, голой валькой, в бешенстве и не разобрав ни имя автора, ни названия картины? Для профессора ВИДа трагизм правления Хрущева заключался в том, что в результате деятельности Никиты Сергеевича лошади в масштабах государства утратили свое значение. И эта ситуация подавляла его, вселяя мысли о ненужности труда всей его жизни. Энтузиазм молодости и стойкая убежденность зрелости сменились сомнениями в том, что все это было не зря. Своим последним ученикам он не советовал связывать судьбу с коневодством. «Лошади теперь никому не нужны, да и коневодство считайте, что умерло», – нередко говорил он.
Разуверившись в перспективах отечественного коневодства, он стал все больше уходить в сухую теорию, где коневодство представлялось ему сплетением линий, своего рода генетической головоломкой. Последние годы жизни Владимир Оскарович провел в любимых местах, в небольшом доме в окрестностях Московского конного завода. Он продолжал работать с учениками, писать статьи, читать лекции, в основном по физиологии лошади. И, конечно, Вит никогда не отказывал в консультациях работникам Московского конного завода. Он даже предсказал рождение жеребца Квадрата. По его прогнозу, в сочетании линий от пролива и керамики должен был родиться один из лучших рысаков столетия. Владимир Оскарович очень просил назвать его Кориоланом в честь легендарного древнеримского полководца. Жеребенок вырос и действительно стал одним из лучших рысаков века. Но когда он родился, древнеримское имя, очевидно, показалось начальству завода слишком мудреным, и его назвали Квадратом. Даже такая скромная мечта Витта оказалась несбыточной. Владимир Оскарович умер в 1964 году после тяжелой болезни и был похоронен на Успенском кладбище, что в окрестностях Московского конного завода. Владимир Оскарович Витт. Его труды никогда не потеряют значимости. С нами навсегда останется память о просвещенном человеке, создателе российской ипологии, масштабнее которого не рождал век 20-й и, возможно, не даст век нынешний. Оставайтесь с нами, вас ждут новые подкованные истории.